Кубань шагнула в новую неделю с осадками. Ночью в регионе прошел дождь, местами наблюдался мокрый снег. Утром некоторые районы накрыл туман. Днем по краю столбики термометра показывают от 1 до 6 градусов выше 0, сообщают в Краснодарском центре гидрометеорологии. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. На Черноморском побережье сегодня облачно с прояснениями. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ветер 17-22 метров в секунду. Воздух прогреется до 5-10 градусов. К середине недели столбики термометров медленно поползут вверх. Потепление хоть и будет ощутимым, но обойдется без температурных рекордов. 21 февраля синоптики прогнозируют 5-10 градусов выше 0. Обойдется без существенных осадков. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный комплекс «Акуна Матата».